Всем привет, дорогие друзья! И это очередное видео с прогулки. На этот раз выпал снег. Как видите, мой зонт полностью в снегу. Мое пальто полностью в снегу. Да. Вы можете подумать, не самая хорошая погода. Но, как по мне, я люблю снег. Особенно, когда он только-только начинает падать. И небо начинает заволакиваться серыми тучами. Вот. И большими хлопьями падает снег. Вот это я люблю, на самом деле. Поэтому я решил выйти на прогулку, так сказать, освежить голову. Ну, вы сами посмотрите, разве это не красиво? Туман, снег падает. Вот. Но, знаете, на самом деле, для Токио, где я живу сейчас, это очень, ну, нечастое явление, достаточно редкое, вот, чтобы падал снег. Да, к тому же уже февраль, как бы, уже скоро зима подойдет к концу, а снег только-только начал падать. Поэтому, да, я очень изумился, когда увидел из окна вот это вот все белоснежное покрывало. Да, может быть, для вас это скукотень, потому что, может, кто-то из вас уже живет там за окном сугробы, у вас, наверное, да? Но для меня это что-то удивительное. Я уже отвык от снега, вот. Стал забывать, что такое снег и зима настоящая. Да, с одной стороны, это красиво, а с другой стороны, мне станет сложнее добираться до работы и до школы, потому что, ну, как бы опасно, да? Я обычно добираюсь на велосипеде, поэтому для меня это опасно кататься по снегу, по гололеду, вот. Поэтому же тоже велосипед мокнет, тормоза могут отказать. И все, конец. Очень предсказуемо. Поэтому, да, лучше взять автобус. Я вот набрел на такой вот синтоистский храм. Очень впечатляюще выглядит в такую погоду. Вот, детская площадка. Ну, в общем, да. На самом деле у меня нет направления, куда идти, я просто гуляю. А, кстати говоря, про автобусы. И я вот сегодня, вы скажете, подумайте, что я спятил, но нет, я сегодня впервые пользовался автобусом. Да, за все мое время пребывания в Японии, за все 7 месяцев, вот я сегодня только впервые использовал общественный транспорт, именно автобус. Вот. А еще в японских автобусах садятся с передней двери, и ты можешь оплатить проездным, можешь оплатить кредиткой, можешь оплатить наличкой. Но я вот обычно наличкой расплачивался. Сейчас поезд проедет. Вот такие вот дела. Что еще интересного? Ну вот недавно, ну как недавно, во второй половине января мне пришли результаты теста GLPT, уровень N3. Ну, я его сдал. Я, конечно, очень рад этому событию, но не думаю на этом, конечно же, останавливаться, потому что, ну, это как бы средний уровень. Вот. Мне этого недостаточно. Нужно стремиться к большим. Да и мало где тебя возьмут с уровнем N3. Ну, разве что в Сенгаку, то есть в колледж. Да и то многие из них требуют от N2 и выше. Поэтому как-то так. Вот еще один храм. Блин, как же это классно выглядит. Деревья голые, снег, храм. Да, кстати говоря, про мою общажную жизнь. С начала Нового года из моего общежития уехали полуяпонка, полунемка, и да, и заселились новых два человека, два японца. Один японец с Сидзуоки, второй японец, вернее японка, с Хоккайдо.
Ну, вернее, она родилась на Хоккайдо, а так она приехала из другого города по работе. Вот. Говоря об этих двух японцах, очень добрые люди. Японка тоже стеснительная, ну, как подобает большинству японцев. Вот. Но, тем не менее, судя по тому, что она рекомендовала другие там книжки, там делилась своим мнением о произведениях, судя по всему, она любит читать. Вот. Говоря о японце, японец средних лет, тоже приехал по работе. Вот. Честно говоря, я не знаю, кем именно он работает. А нет, вроде он говорил, кем работает. Вроде что он документы какие-то печатает на компьютере. В общем, не важно. В общем, возможно, он бухгалтер. Не знаю. Японка что-то говорила про что она занимается программированием роботов. Да. Я удивился тоже. В общем, да. Удивительные люди, казалось бы. Живут все вместе. Мы в одном общежитии, но такие разные. Вот у каждого свои цели, своя жизнь, свой путь. Вот. И это очень интересно. И я люблю разговаривать с ними на разные темы, делиться мнениями. Я не чувствую себя одиноким. Да. Что еще сказать? Да, в принципе, не знаю, что еще говорить. Может, просто погуляю, покажу вам улицы молча, как это я люблю делать, когда не знаю, что говорить. Ну, как обычно, средняя школа по традиции, да, куда же без нее. Вы не подумайте, я никакой извращенец, просто, ну, знаете, вот смотрите на это, ну, прям портал в анимешку про повседневности в школьной жизни, да. Как-то так, я не знаю, как вам это объяснить, ну, наверное, поняли меня, да? Вон легендарный 7-Eleven комбини. Я думаю, сейчас стоит закончить это видео, потому что, как вы видите, уже темнеет очень быстро. И много-много снега. И очень-очень холодно. Как-то так, да. Я накупил продуктов в супермаркете ближайшем. Пойду домой, похаваю. И, не знаю, японский получу, и мы посмотрю.
Вот. Ладно, ребят. Всем приятного вечера. Мне тоже приятного вечера. Всем пока.